Погуглите, например, кто такая Горловская Мадонна. Вы же не слышали о ней никогда, да? Я вам расскажу. А вы погуглите фотографию. У меня нет с собой, чтобы показать. Посмотрите просто на нее живую и на нее потом. Горловская Мадонна – это девочка 23 лет, которая с 10-месячной дочкой своей на руках, вот так, знаете, как изображают Мадонну с Христом, она вышла с ней гулять. И вот когда она вышла с ней гулять, они долбанули по ней, по этому жилому кварталу, зная, что это жилой квартал. И ей оторвало ноги. И она упала вместе с этой доченькой своей в лужу крови. И еще какое-то время жила. И только говорила: «Кирочка, Кирочка, доченька». А Кирочка умерла сразу. И она с этой 10-месячной Кирочкой мертвой лежала и умирала в луже крови без ног. И есть фотографии, как она там лежит. Ее поэтому называют Горловская Мадонна. Она как Мадонна с Христом лежит вот с этим ребенком. А рассказывают это все, как она умирала, очевидцы, которые чудом выжили и остались инвалидами. Вот вы защищаете сейчас украинскую армию, против которой ведется, собственно, военная операция. Украинскую армию, которая убила Горловскую Мадонну и убивала их таких 8 лет. Вы когда-нибудь слышали про детский пляж в Зугресе? Ну, не слышали же наверняка. А вы погуглите про детский пляж в Зугресе, который распахали кассетными бомбами. И детей разрывало на куски, на глазах у их родителей, а потом и родителей разрывало тоже. И эти люди знали, что они бомбят детский пляж в Зугресе, да, понимаете? Они это знали запрещенными бомбами. И на этих бомбах, эти видео и фото тоже есть в интернете. Они писали, знаете, что они писали? Они писали, вот Горловская Мадонна. Они на них писали: «Все лучшее детям». На этих бомбах они писали: «Все лучшее детям». Вот это украинская армия. Та самая украинская армия, перед которой вам теперь стыдно за то, что вы русские. Понимаете? Если вы не понимаете, что вы несете, у меня две версии. Или вы не информированы, что простительно, потому что вы не занимаетесь политикой, так как мы здесь, да, не находитесь внутри постоянно этого потока информации. Ну, может быть, вы этим не интересовались. Ну, так вы поинтересуйтесь, прежде чем делать заявление. Потому что я вот, например, не разбираюсь в музыке и ничего про нее не говорю публично. И не осуждаю никого, и не поддерживаю никого. Мне, в общем, все равно. Но я понимаю, у вас гражданская позиция. Ну как можно сразу свою гражданскую позицию противопоставлять своей стране, даже не попытавшись разобраться? Я уверена, что если вы погуглите и почитаете хотя бы те две вещи, которые я перечислила, а еще была Одесса, про нее тоже вспомните, вы измените свое мнение. И может быть, вот тогда вам станет стыдно за то, что вы это сейчас пишете, и за то, как вы настраиваете людей, которые вам верят.